В продолжении президентского тезиса о ситуации в Турции высказался глава МИД России Сергей Лавров, который сейчас находится на заседании Совета министров стран ОБСЕ в Белграде. По словам Лаврова, Россия готова предоставить ООН все доказательства того, что нефть из захваченных в Сирии и Ираке месторождений течет за границу и, в частности, в Турцию. Глава МИД также заявил, что необходимо перекрыть каналы нефтяного трафика. Как я понимаю, Соединенные Штаты устами своих руководителей в качестве лидера созданной ими антитеррористической коалиции уже публично призвали Турцию перекрыть эту границу. Думаю, что усилий одной Турции будет недостаточно, ей нужно помочь, чтобы была объективная, понятная для всех ситуация. На брифинге российского министерства обороны, который прошел накануне, военные показали данные спутниковой разведки и фотографии, на которых видны маршруты переброски нелегальной нефти. Ее добывают боевики в Сирии и отправляют на перерабатывающие заводы в Турцию. На доходы от продажи нефти террористы покупают оружие и вербуют в свои ряды новых боевиков. По данным российского оборонного ведомства, только за последнюю неделю с территории Турции в отряды сирийских террористов переброшены до 2000 человек и свыше 120 тонн боеприпасов.